Всем привет! Обратился ко мне один товарищ, подписчик с Ютуба, сам с Германии он. Продает он свой замок 44-й. Ник Беркут. Королевство 53-55 из недавно слитых. Священный Орел здесь плюс 3, плюс 2 доспехи. Камни стужи. 4 камня новых позолоченных. Стужа редкая. Шестьдесят девятый дракон, шестой звездный уровень, новые герои по 3 звезды, пока еще новые. Стихии 160, стратегии 21-17-20, первые 7-600, пехота 20,5, атака стрел 23,5, неплохо так. Но армия у него здесь 3 миллиона, силы 1,6 ярда. Есть 3 звездопада, половинка четвертого, редкие друиды. Так как-то он камни поставил. Этот набор на войну, наверное. Армии 3,183, пехоты 1,3 миллиона, крит замок, не считая мелочи. По зданиям. Строится 42-е стрельбище. 42-е кони стоят. 43-я пехота. Королевских знаков мало. 420 знаков знати. Советую всем, у кого еще Т-13 нет, знаки знати экономить. Вот сам столкнулся, их очень сильно не хватает. Университет 43-й. 44-е посольство, 43-й зал войны. 44-й лазарет, больница, 44-й учебное поле, стена 43-я. ДДТ. Русский игрок, что ли? Русскоговорящий. Отличный девиз. В рот вам ноги.
Постоянных видов нет. Два похода. Хочет он за свой замок 500 евро. Так что, если будут желающие приобрести, пишите в комментариях. Там он вам будет отвечать. Королевство, судя по всему, мирное. Все стоят без щитов. Хотя 46 под щитом. Жирные 6, 5, 4. Может, кто-то своих знакомых узнает здесь. Сами поинтересуйтесь у него, что и как. На этом сегодня все. Всем пока. Кстати, по поводу YouTube. Буду выходить крайне редко, только по обновлениям, по каким-то важным событиям новым. Не будет уже такого, что каждодневно видосы выпускаю ни о чем. Засим прощаюсь. Всем пока.